Kriegsgefangene erhalten Zigaretten. Автоматами со всеми он военных тянут в плен. Gefangene Soldaten im Bunker. Пидорасы ебаные из дома стреляли. Вон крепят, сука, пидоров тянут. Словили русских нахуй в подвале у нас во дворе. С автоматами со всеми он военных тянут в плен. Пидорасы ебаные из дома стреляли. Вон крепят, сука, пидоров тянут. Не трогайте, дед, пожалуйста, я вас прошу. Кто вас направил? Große öffentliche Reaktion. Бля, еще женатый пидор, бля. Ты зачем вышел сюда? Вы тут подохли, их ебаный мать. Блюдки, сука, ебаные. Какой ебаный. Вот пиздец мы будем удерживать. До самого Киева в Сибири трогали. 3,5 тысячи мы сюда лежим. 3,5 тысячи. И всех раненых. Ты где сюда пришел? Ты кто? Марабет Наим Валерьевич. Antworten des gefangenen Soldaten. Ну что, мам, поехали мы, значит, на учение. Приехали в Харьков, на Украину. Как оказалось, до нас тут было мирно, спокойно. О чем ты хочешь попросить родных? Чтобы... Что? Ты хочешь домой или нет? Так точно, домой хочу, очень сильно домой хочу. Что нужно сделать для этого? Пусть попросят главнокомандующего Путина, чтобы забрали меня отсюда. Ты что хочешь сказать? Ты кто? Кузбасс. Кузбасс, да? Населенный... Это город, да? Это область. Населенный пункт какой? Юрга. Как? Юрга. Какую задачу получили? Проверить мост, а вот какой там, вот это я точно... А остальные подразделения какую задачу получили? Не могу знать. Что вам говорили командиры, когда выдвигали сюда? С кем воевать идете? С Украины. С какого хуя? Зачем идете с нами воевать? Не могу знать. Gefangener russischer Soldat telefoniert mit seiner Mutter. Thank you.
Стрелялый. Что тебе блядь, дед домой, блядь, друг. Сука, ну умри хоть, блядь, по-человечески, тварь, блядь, где второй? Какие, мы ее в штабе допытали. А ну, блядь, документы в него какие, блядь. Что второй одежда, был хотя бы дома. Ну, в штабе допытали. Туда надо было идти. Давай сюда, что ты пишешь. Сейчас еще нет. Ну, почему? Ну, я там просто трудно не стою. Стрелялый. Что тебе кавы? Russischer Soldat von Zivilisten gefangen genommen. Зачем вам говорили, вы сюда едете? Людей мирных забрать? Людей. Мы не хотим войны, Олег. Сумы. А зачем? Центр города. Geständnisse eines gefangenen Soldaten. Константин Анатольевич по подразделению, который, ну, устанавливал нам какие-либо задачи и вел вот эти учения. Прожив Софрино, нас отправили маршем в Смоленск. В Смоленск мы прибыли, и там уже стояли подразделения специального назначения, полк Кадырова, которым руководил Магомед Тушаев и Хусейн Минжинов. Вот. Нас собрали все телефоны, сказали, что мы поедем в Белоруссию для выполнения задач со спецподразделением в Беларуси совместно, куда мы выдвинулись ночью. Гомельский район, на поляне был разбит лагерь. 22 числа мы там разместились, 23 с утра полковник собрал нас и сказал, что мы поедем в новое то место назначения, где будем производить учения. Следующее утро, в 5 утра, начался артобстрел территории Украины со стороны Беларуси и авиаудар. Вот. Когда нас загрузили, мы выдвинулись на территорию Украины, заехав на КПП Украины, было все разбито, там стояли белорусские военные. И держали трупы украинских солдат. Вот. Проехав через Чернобыль, через Припять до Чернобыля, там поставили задачу, якобы нужно зайти на улицу Киева, оказать помощь с вооруженным силам в захвате территории Украины. Мы выдвинулись и не доехали до Киева, где нас подорвали всю колонну. И так, когда очнулся, попал в плен. Призываю вооруженные силы России, Росгвардии, ребята, хватит бомбить Киев, хватит бомбить Украину. Здесь очень много раненых, пожалейте хотя бы их. Если вы будете уничтожать, производить эти артобстрелы, вы уничтожите своих солдат, вы уничтожите мирный народ. Это не ваша война. Матеря, жены, собирайте своих мужей.